Всем привет! В эфире «Папина школа». Я суперпапа Евгений Масленников. Сегодня смастерим необычную катапульту из обычных бельевых прищепок, из картонной коробки и детских шпателей. И будем запускать супергероев «Кто дальше?». Первым делом берем картонную коробку и устанавливаем на них прищепки. У нас все-таки игры с прищепками. Сколько вы хотите игроков, столько вам понадобится прищепок, столько же вам надо свободного пространства на коробке. Устанавливаем пока прищепки. Теперь их надо надежно закрепить клеем. Вот прищепки у нас на своих местах. Следующим делом, пока отложим пистолет в сторону, нам нужно наклеить шпатели. Их тоже должно быть по количеству прищепок. И постарайтесь сделать удобный рычаг, чтобы ваш шпатель хорошо пружинил и супергерой улетал как можно дальше. Шпатели мы приклеили. Теперь следующий шаг. Это берем крышечки от детского питания. Это идеальная платформа для метания чего бы то ни было. Вот. И клеим их на конец нашего шпателя. Понадобилось всего 5 драгоценных папиных минут, чтобы изготовить вот такую расчудесную катапульту. Сейчас мы будем проводить ее испытания. Для метания подойдут мячики для пинг-понга, либо вот такие разноцветные шарики, либо это будут супергерои, допустим, Человек-паук или еще кто бы то ни был, чтобы он летел. Супермен отлично полетит. В нашем случае это натовские солдаты. Мы будем отправлять натовских солдат сейчас обратно в НАТО. Усаживаем их. Ну, куда-то он туда полетел. Сейчас попробуем другую. Отлично. Оп, катапульта нуждается еще в небольшой доработке. Проводите время вместе со своими детьми. Именно из этих моментов складывается их детство. Папа пускай поработает, засучив рукава, а мама пускай отдохнет. У меня на этом все. Пока.